Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы поговорим об аниме. Не о том аниме, которое любят некоторые люди смотреть, а о том аниме, которое, собственно, фармим мы в замечательной, наполненной контентом игре World of Warcraft Shadowlands. Собственно, довольно-таки недавно разработчики сделали интересные изменения касательно получения новых очков аниме, новой валюты, которая была введена в Shadowlands. И появились достижения, которые просто-напросто помогут нам получать больше аниме. Первое достижение, еще не все потеряно. Откройте первый уровень улучшений для всех четырех ковенантов. Второе достижение, засуха, это временно. Откройте второй уровень улучшений для всех четырех ковенантов. И третье достижение, сейчас найдем его, любитель обителей. Откройте третий уровень улучшений для всех четырех ковенантов. Имеется в виду, что нам нужно хотя бы запустить постройку всех этих зданий. Собственно, что получается? У меня был первый пепельный двор, я его апнул до второго, мне дали ачив за постройку всех вторых зданий. И таким образом увеличена получаемая анима. Не знаю, что насчет заданий соратников, не помню, сколько там давали анимы, но есть ощущение то, что с локалочек она реально прям поднялась ощутимо. Это видно. А далее имеется небольшая табличка, которая просто-напросто продемонстрирует нам, сколько аниме мы получали, получаем и будем получать при определенных левелах наших всех построек. Первый, второй, третий уровень. Если так рассудить, то можно просто-напросто понять, что получаемая анима просто-напросто поднята примерно 2-2,5 раза с некоторых источников. Это круто довольно-таки, то есть, например, убивая боссов, защищая фулл замок Нафрия, мы получаем 1190, мы будем получать 2240. А что, замечательно, замечательно, довольно-таки неплохо. То есть хорошее число за фулл рейд, можно и игрушки себе будет позволить, и маунта можно будет купить, и камень возвращения кто-то еще, например, не сделал. В целом-то круто, круто. Да, то есть люди смогут просто-напросто быстрее покупать награды, трансмог, и могут просто-напросто пополнить свою коллекцию ради получения какого-нибудь достижения за накопленных там маунтов, за накопление игрушек, и можно будет прикупить, правда, красивый трансмог. Вдруг он кому-то нравится, поэтому почему бы и нет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, лутайте побольше аниме. До скорого!